38-й неделе меня как бы муж заразил. Он первый заболел, потом я заболела. Были просто признаки ОРВИ и все. Температура как бы не спадала, поэтому я обратилась. Но у меня антибиотиков не было. Бифирон и от кашля таблетки. Меня старались быстрее вылечить до срока. Поэтому я очень благодарна. Благополучно меня вылечили и перевели сюда. И родили как здоровую. Моя беременность совпала как раз с началом карантинного периода. Поэтому можно сказать, что начиная с первого триместра я отдыхала, много гуляла, была рядом с любимым мужем. Поэтому я думаю, что здесь вот та самая парадоксальная ситуация, что несмотря на эпидемию, у беременной женщины было больше возможностей отдыхать тогда, когда она это хочет, и больше гулять и дышать свежим воздухом. Больше кислорода, больше позитивных эмоций и здоровый образ жизни. Я думаю, что это лучший рецепт.